за плечами у этих молодых людей не более 3 лет педагогического стажа, здесь тот случай, когда важно не количество, а качество. Вот с этим полный порядок. Таланта, творчества и желания стать лучшим учителем участникам конкурса не занимать. Пока что мы еще учимся сами, у кого-то воспринимаем какие-то лучшие качества, берем, делимся вот этим во всем, и тем самым мы впитываем и можем реализоваться в дальнейшем в своей профессии. Тем самым лучше, наверное, детям то есть самое лучшее дать. Я считаю, что то, что проводить такие конкурсы обязательно, это необходимо. Необходимо для того, чтобы молодежь, да, те студенты, которые заканчивают учебное заведение, они были как-то заинтересованы, да, в дальнейшем карьерном росте, в развитии, самореализации своих каких-то творческих, да, потребностей, потенциалов. Вот. Ну и непосредственно это разнообразие, да, нашей серой будни. Победа в конкурсе, конечно, важна, но гораздо важнее живое общение педагогов, обмен опытом, так что дебют – это и своеобразная учеба молодых учителей. Такие конкурсы очень нужны, они просто необходимы. Во-первых, потому что они позволяют молодому учителю понять суть и смысл того, с чем они пришли сегодня на этот конкурс. Педагогический дебют проводится уже в 6-й раз, и с каждым годом количество участников только увеличивается, что, несомненно, идет на пользу современной школе. Мы можем с гордостью говорить, что этот конкурс набирает сил, он мужает, равно как и наш учитель приобретает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Анастасия Фионова, Никита Плотников, «Новости дня».